Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Что творится? Что творится в кабинете проекта «Всем миром»? Как запустили благотворительный марафон и началось. Мне каждый день идут переводы, и не только мне. Смотрите, вот вкладочка благотворительного марафона. Я заплатила за 3 места всего $105, а получила 2637 долларов. Давайте зайдем в управление местами и посмотрим. Я очень жалею, что я не купила 15 или 30 мест, потому что структура стремительно растет. У меня 3 места. Смотрите, моя структура. Вот мое место. Вот первое, вот второе, вот третье. Это бинарный маркетинг. Вот эти вот все люди от меня получают переливы. Я попросила некоторых людей, до кого достучалась, выставить свои скриншоты доходов, как они получали от меня переливы, даже никого не приглашая. Но они, конечно, тоже приглашают, но здесь можно получать без приглашений. Сейчас я покажу вам. Это исходящие транзакции одного из моих партнеров. $19 идет в структуру из вашего места, из 35. Смотрите, вот люди получили переливы. Ну, соответственно, я получила $3 и $1 я получила. А остальные люди: Тамара Ким, Оксана Шокарева, Антон, опять Тамара, они получили переливы по $1-$2. Смотрим дальше. Еще мой партнер скинул мне скриншот с переливами. И не только с переливами, и со своими приглашенными по 2 и по $1. Это с марафона. Идем дальше. Еще мой партнер Светлана пишет: я вошла в марафон, купив одно место, затратив $35. На сегодняшний день я получила $226, и с каждым днем структура растет, доходы растут. Думаю, к лету доход увеличится в несколько раз. И скинула мне свой скриншот. Одно место, и получено $226. То есть она потратила $35 и получила 226. И сбросила свою структуру. Вот ее место. Оксана пишет: прилетела $3 на ночь, чтоб снилось только хорошее. И скидывает скриншот из своего кошелька Advance Cash. Уважаемая Оксана, вам пришел перевод вот 15 февраля. Плюс $2 и еще плюс $1. И написано «Марафон» в комментарии. И вот Оксана мне скидывает скриншоты, что у нее 3 места. Первое место получено $95, второе 28, третье 45. Смотрим дальше. Еще партнер мне скинул. У него 13 уровень, 14 и 14. Получено 65, 7 и 46. Эти уровни чуть поглубже, и если он будет их продлевать, то эта структура у него будет заполняться. Обязательно надо продлевать свои места один раз в 3 месяца, иначе будет упущенная прибыль. Смотрим скриншот Светланы. Светлана, у нее одно место активно, получено $226. И, пожалуйста, вот идут деньги с марафона каждый день. Сейчас я вам покажу свой кошелек Advance Cash. Вот вы можете увидеть, что деньги идут постоянно по 2, по 3, по $1. А по линейному маркетингу в эстафете идут по 5, 10 и $15. То есть рекомендую вам оказывать финансовую помощь и в эстафете, и покупать места в марафоне. Места в марафоне нужно покупать хотя бы 3 места. Я очень жалею, что я купила не больше мест. У меня всего 3 места. Вот каждый день идут переводы. 16 число, 15. Если мы откроем внутреннюю транзакцию, то мы увидим, что написано «Марафон». У меня структура уже, смотрите, заполнена почти вся. Вот здесь на графике показано, что она заполнена вся. Но техники еще немножко не доделали, работают над этим. И можно будет перемещаться по структуре вверх-вниз. Поэтому вот то, что техники сделали, я вам показываю. Вот каждое место у меня заполнено. И представьте, от всех этих мест мне и моим партнерам по структуре идут переливы. Жду вас всех, свою команду. Проекту «Всем миром» будет в этом году 8 лет. Все легально, официально.
Не слушайте всякую бредятину, когда вам говорят, что все это лохотрон, лохотронщики, ничего не получите. Никого не слушайте, надо идти вперед, вперед и только вперед. А все, что вам говорят, это завистники говорят. И чем больше вы думаете, тем больше вы упускаете денег.